часов зажгите свечи. Концертная программа «Солдатская каша. Цветы для ветеранов» парк имени Чехова вновь становится центром празднования Дня Победы в Орджоникидзевском районе. После традиционного парада сюда приходят школьники, молодежь, люди постарше и, конечно, ветераны. У нас, к сожалению, их все меньше и меньше. И ветеранов войны у нас осталось чуть более 100, но они есть, и мы это ценим, мы их любим очень, поэтому и делаем все возможное, чтобы это подчеркнуть. Победу ковали не только на фронтах, но и в тылу. Вениамин Афанасьевич Подгорных 12-летним мальчишкой оставил учебу в школе и работал в колхозе, заменяя ушедшего на фронт отца. У нас тогда была забота, чем накормить фронт и страну. Деревни и села в труде надрывались, работали подростки, женщины и старики. А мужчины на фронте сражались, и мы победили расчетом врага. Вопреки расчетам врага страна свои силы сплотила, и появилось понятие тогда «единство фронта и тыла». Вениамин Афанасьевич – один из 500 участников организации «Память сердца», объединяющей детей-сирот Великой Отечественной войны, родители которых погибли, защищая нашу страну. Филиал организации «Память сердца» существует уже 8 лет. Накануне Дня Победы ее участники по традиции встречаются со школьниками, рассказывают им о войне и о победе. Возрождение памяти о погибших наших отцах и вклад в их победу. То есть они отстаивали родину ценой своей жизни, этим приближали победу. Участники «Памяти сердца» приходят праздновать День Победы со своим знаменем. И сегодня на параде в Орджоникидзевском районе и на праздничных гуляниях оно с ними. Пока мы живы, живая память о наших отцах-победителях, говорят пенсионеры.